Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и сегодня мы опять с вами поговорим про Игромир. Материала очень много, и много хотелось вам все показать. Также хочу заметить такой момент, что многие в своих отзывах, где-то в пабликах или еще где-то говорили, что этот Игромир был очень плохим, в том плане, что очень мало было представлено игр, и в основном это было просто какое-то массовое такое скопление косплеев того, чего не было там годами ранее, то есть их было очень много в этом году. Но на самом деле, даже самые интересные моменты этого Игромира тоже были игры, просто я не думаю то, что есть смысл лишний раз показывать и рассказывать об играх, тем более, что это прям не 100% игровой канал, но все-таки мы об этой теме мы немножко поговорим чуть позже, потому что и по этой теме тоже есть как бы материал. Но сегодня у меня чуть другие, у меня сегодня разговор идет о стримерах, и в этом году Игромир был очень богат на стримеров. И стримы были из трех, если я не ошибаюсь, точек на самой площадке Игромира. Но пока что я просто хочу показать какие-то такие кадры. Когда ехала туда, я все это записывала. И у меня очень много материала, я уже об этом говорила. Просто захотелось лишний раз с вами поделиться и показать некоторых косплееров, которые в этом году очень сильно отличились именно схожестью со своими персонажами, которые были в играх. Я вам показывала в прошлом выпуске просто такой один кадр со стрима, где девушка сидела и вела стрим. Но после того, как я этот ролик смонтировала и выложила в сеть, я нашла эту девушку и нашла ее канал. Я ссылку оставлю в описании, но я не думаю, что есть смысл как-то пиарить ее, потому что у нее больше 180 тысяч подписчиков. Вот. И она очень, так скажем, продуктивно набирает оборот. И она реально очень милая, очень прикольная. И когда мы с ней фотографировались,
я к ней подхожу, а я прям реально, я прям прониклась в ночь перед вот этой вот съемкой, которую я сейчас вам показываю, я прониклась в ночь ее видосами, и говорю, блин, ты такая прикольная, она такая, сама такая, как бы, ну, но это было сказано настолько вот тепло и прикольно, что меня так порадовало, хотя, в принципе, здесь ничего такого особенного в этой фразе нет. Она успешно очень играет, вполне, и мне нравится именно ее подача, как она себя ведет, и вообще, как бы, ну, среди девушек-стримеров она занимает далеко не последнее место. Одна цель на этом игромире, почему я хотела об этом рассказать отдельно. У меня есть любимый блогер, его зовут SnailKick, и он живет не в Москве. Я не пропускаю его видосы, смотрю, мне очень нравится и сама подача, и то, как он мыслит в своих видео. Я знала то, что на игромир его позвали, тем более я записала перед этим видео, где сказала, где на каком стенде он будет, и когда он будет, и что он будет делать. В итоге я его, конечно же, нашла. И вот я сейчас покажу вам видео. В этих видео нет ничего особенного, он просто играет. Я пыталась подлавливать его периодически в течение всего дня. Я подходила именно к стенду со стримерами. И он играл на протяжении также очень-очень долгого времени. Но перед этим он выступал на сцене. И Макс, так как такой реальный актер, настолько интересно рассказывал, но там было настолько много народу именно перед этой сценой, что у меня не было просто какой-то возможности хорошо отснять. Постоянно там толкались, но какие-то как кусочки я, конечно же, вам сейчас покажу, потому что, ну, потому что это Максим, блин, это Максим. А, у меня там было буквально, ну, может быть, 100 тысяч подписчиков на Ютубе и все в целом. Поступали странные какие-то предложения, мол, сняться в чем-то супер крутом, но при этом сценария не присылалось. Говорилось, что бюджет будет сумасшедший, чуть ли никак не у Тимура Бекмамбетова в каких-нибудь фильмах, но на деле ничего не приходило, ни, ну, короче, просто чушь. Поэтому сейчас нет, про кино нет, точно нет. Блога не блогера и бедрума, да, конечно, я придумывал. Ну, не знаю, они рождаются сами по себе. То есть Васек – это неотъемлемая часть нашей культуры, по сути. Стримером, то есть вазелинку, то есть Вазелин, я такого не знаю, я понял. Да. Вот, и к Валакасу как бы. По поводу Госдумы, ну, не знаю, что-то провокационного. Нет, наверное. Знаешь, я не настолько хорош, чтобы вершить судьбы других людей. Это удел тех, кто не думает о человечности, морали и нравственности. Я был в театре, я знаю, что такое актер и что такое наученный актер. То бишь, ты видишь, когда человек прямо сверкает и пляшет, и удивительный, просто какой-то харизматичный человек. И ты смотришь на тоже актера, профессионального, закончившего, там, получившего диплом, но он научился этому. Он двигается, как его научили. Он говорит, как его научили. И вроде все здорово, но вот харизмы нет. Поэтому не знаю. Это, наверное, природно. Только так могу объяснить. Громко. А бочка, потом, что там? И... Не знаю. Это очень просто. А почему я начал делать? Потому что, ну, просто было нечего делать. Вот и все. По поводу него еще рассказать то, что он абсолютно адекватный, он абсолютно нормальный, он абсолютно не зазнавшийся человек, как это бывает у блогеров, у кого там перескочил за миллион. И, к сожалению, участь зазнавшихся блогеров, она все больше и больше. И я думаю, вы знаете очень многие последние моменты, которые были связаны с этим, и о которых бы мне не хотелось говорить. Так как я в этот день приходила не одна с друзьями, и так как мои друзья ушли играть в Destiny 2, мне нечего было делать, я ходила по павильону, потом пошла снова к стримерам, хожу, смотрю, что Макс-то вышел. Я так... Нет времени. С радостью посмотрю сегодня. С
Сначала мы сфоткались на телефон, но мне там настолько кривое лицо, что я решила, что нет, я, пожалуй, не буду эту фотографию выкладывать. И я дождалась, пока парни закончат играть. И представляете, за 3 буквально минуты я обучаю человека, как пользоваться зеркалкой. Хотя, в принципе, там ничего страшного нет, но я очень в тот момент переживала, что просто фотик выключится и все. И я подошла, я обнаглела, я подошла второй раз к Максу и попросила фотку. Вот, поэтому люди, которые снимают, что-то делают и так далее, смотрите, понимаете, как круто вот именно подойти к такому человеку, который вот абсолютно адекватный, и нет вот этой вот... Вот это вот реально, это очень круто. И я всем друзьям потом проходила, рассказывала, типа, о, смотрите, какая у меня фотка есть, смотрите, какая фотка. Ну, не знаю, я считаю, это не зазорно фоткаться с тем человеком, которого ты смотришь постоянно и который тебе нравится. Вот, тем более, что... Я знаю, что он не любит такой контент, который делаю я, но, в принципе, я пытаюсь двигаться в том направлении, которое хочу снимать более-менее сейчас. Вот, и, ну, в общем, посмотрим, как все будет дальше. Но я могу сказать, что я получила массу удовольствий от этих двух стримеров, которые сделали просто этот день и следующий день, потому что на следующий день мы сфотографировались вместе с Аляшкой. Вот, и она прям очень-очень-очень такая, очень классная, серьезно. Вот такие вот дела, такой вот игромир. Он был богат на людей, именно на приятные встречи. Было очень много блогеров, реально, но как-то у меня к ним не было особого желания подходить, потому что я уже рассказала о двух своих любимых стримерах, которых я смотрю просто с удовольствием. И теперь я еще подписалась на Аляшку. Вот. Вот такие вот у меня дела. Я вас всех очень люблю. Всегда ваша Гром Наташа. Попугай орал все видео, это какой-то кошмар. Увидимся очень скоро. И я думаю, что видео может быть, скорее всего, не посвященное Громиру, потому что уж очень много всего на эту тематику у меня есть. И я думаю, то, что следующее видео будет слегка уже другим, потому что, ну, как-то надо разбавить, сами понимаете, про одно и то же говорить. Ну, как-то. Мне было бы неинтересно смотреть. Я стараюсь сделать то, именно... о чем можно поговорить. Говорить о том, что мне нравится, как бы, вот, и как зрителю. Вот. Все, всем пока. Всегда ваша Гром Наташа. Увидимся в следующем видео. Пока.